очки потом два сложных выезда, и сегодня матч, который, мы можем сказать, не принес нам желаемого результата, но самое главное, мы не можем говорить о том, что качество игры нас устраивает. Вам не кажется, что два очка в первых пяти матчах – это повод для отставки тренерского штаба? Нет, мне не кажется. Почему? Потому что принимаются решения по тренерам не только на основе набранных очков. Вы только что есть сказали, что… предпосылки. Ну, вы задаете вопрос, да. А сразу мне второй, я же на первый не успел ответить. Принимается решение не только по количеству набранных очков, а что происходит с командой, какая атмосфера внутри и какие предпосылки для изменения ситуации, вообще к какому горизонте мы можем говорить о развитии команды. Сейчас идет очень серьезный, до этой игры был сделан анализ, к сожалению, те изменения, которые были сделаны, не принесли нам сильных результатов, но тем не менее мы внутри команды, тренерский штаб продолжаем работать над тем, чтобы ситуацию исправить. Вообще есть какая-то точка невозврата после…